Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Зовут меня Юрий Азаровский, и сегодня к нам пришла очередная посылочка. В прошлую поездку мы передали все посылки, которые к нам переходили. Также у нас есть посылка с тушенкой. Я обязательно приготовлю борщ, потому что меня просил мой дорогой подписчик, который прислал эту тушенку. В дальнейшем обязательно сделаем из нее данный продукт. Также еще привезли варенье. Оно лежит у нас в Виктории, ждет своего часа на отправление. У нас сейчас готовится машина к отъезду, которую нам привезли с СВО, попросили отремонтировать. Все это есть в нашем телеграм-канале. Заходите, подписывайтесь по ссылке в описании и в первом комментарии. Буду вас там рад видеть. И благодарю всех тех людей, которые помогают нашим дорогим солдатам. Сегодня вам предлагаю распаковать посылочку, которая пришла у нас от Насыровой Нафисы из города Москва. Мы ее вскрываем. Так, я как понимаю, вскрывать ее надо сверху, потому что, по крайней мере, она так запакована. Смотрим, что внутри. Та-дам! Флисовый плед. Он легенький, пушистенький. Чай черный, листовой. Батарейки Duracell. Черный пакет. В черном пакете еще один пакет. Здесь конфетки. Такой вот пакетик со сладостями. Чаечек. И еще чаечек такой же в баночке. Про этот черный пакет, я думаю, что стоит остановиться и сделать небольшое вступление. Юрий, добрый день. Там в посылочке лежит термос для Дашеньки. Ей отдайте, пожалуйста, он с термометром. Там был пакетик черный, чай и конфетки ручной работы. И пачка чая тоже там отдельно где-то она лежит. Это написано, что именно для моей семьи подарочки. То есть получается вот это. И там где-то еще должен быть термос для Дашеньки. Это были сообщения именно от Нафисы. Идем далее. Амоксиклав. Лекарство. Еще один такой мягкий плед, тоже флисовый, очень приятный на ощупь. Солдатам, я думаю, что будет особенно отличные подарочки. Диклофенак, дицетон, кетарол, молоко сгущенное, рогачев, 4 банки. Диклофенак, салфетки спиртовые, еще одна банка сгущенки рогачев. Здесь прям большой набор разнообразных лекарств со шприцами, ножпа, чего здесь только нет. Не буду распаковывать, просто прям очень хорошо упаковано. Зиртек, Колдрекс, Кетанов, йод есть, пазмолгон. Очень много разных лекарств, которые будут очень нужны для наших дорогих солдат. Это полотенце, тоже нужная вещь. Такое большое вафельное полотенце. Еще одно полотенце. Все новое, прям с бирочками. Трусы, еще трусы. Термос с индикатором температуры. Это вот для Дашеньки такой термос. Не знаю, честно, как работает. А, вот сверху показывают, какая температура. Слушайте, там даже ситечка есть, если вдруг чай внутри. Я таких даже не видел. Вай. У меня же до мурашек, такая прикольная тема. Спасибо огромное. Уверен, дочке очень понравится. Еще два набора батареек. Батарейки сейчас жутко такие дорогие, но очень нужная вещь. Фрукты. Такой вакуумной упаковке. Это манго. Мне, кстати, угощали вот такой вот очень вкусная вещь. Корюшка копченая, две баночки. Гринфилд чай. Капучино. Две такие пачки. Сельдь и сардина. Еще одна сардина. Доброфлот. Такой вот чаечек. Как вафельное полотенце. Оно такая большая вот ветошь. Тоже, думаю, очень пригодится. И еще капучино. Все. Коробочка пустая. Дорогая Нафиса, благодарю вас за подарки для моей семьи, а также за огромные подарки для наших солдат. Друзья, все, кто хочет отправить посылки, спрашивайте у меня в WhatsApp, либо в Телеграме адрес для посылочек, будем рады. К нам идет сейчас еще, по-моему, одна или две посылки, если я не ошибаюсь, которые мы получим, с вами вместе распакуем, и они уедут у нас на СВО вместе с машинкой, которую Максим в скором времени отремонтирует. Спасибо большое за внимание, за поддержку наших солдат, это бесценно. Спасибо всем. Крепко обнимаю, к сердцу прижимаю. Ну, а те, кто меня критикует, говорит, что там наедаюсь на этих посылках там или еще что-то, еще раз говорю, не судите людей по себе. Если вы такие, то это ваши личные проблемы, проблемы ваших родителей, что вас такими людьми воспитали. У меня совесть чиста, сплю спокойно. Все передается ребятам. И я уверен, что, допустим, после прошлого видео ни один из вас не написал там, Юрий, извини, когда все посылки я специально показал, что все привез, все передал. Благодарности были только от людей, которые эти посылки отправили. Все, всем всего светлого и ясного. Пока.